Привет всем зрителям! Вначале напомню, что спонсором этого видео является кэшбэк-сервис Letyshops, где вы всегда сможете вернуть часть своих денег обратно на любую покупку в интернете. Ссылочка находится внизу в описании под этим видосом. Ну а теперь переходим к теме данного видоса. В этом видео я вам покажу три очень крутые новые темы для вашего смартфона Xiaomi с прошивкой, в моем случае MIUI 11. У меня смартфон Redmi Note 7. Эти темы подойдут на любой смартфон, главное, чтобы у вас была прошивка MIUI 11. Итак, в первую очередь, для того, чтобы раскрыть весь потенциал вашего стандартного магазина тем, необходимо в настройках поменять ваш регион. В поиске настроек пишите регион и меняете его с Украины, России, Беларуси или с другой какой-то страны на Индию. Меняйте на Индию. Только в этом случае вы получаете расширенный выбор тем ваших настроек. Заходите темы, мои темы, ту темы, которые вы скачали. И сейчас три темы. Первая тема называется Dark Places. Вторая тема, которую я для вас подготовил, Official MIUI, вот с таким вот горящим огнем в стаканчике. И третья тема, Color OS 5.0. Три темы, они реально крутые. Первая тема имеет, в общем, такой темные оттенки, круглые ярлычки. И вот видите, да? Все темненькое, ярлыки все круглые. В общем-то, кому она понравится, кому нет, ну, такое дело, дело выбора. Шторка у нас тоже темненькая. Видите, двигаются даже названия тех или иных ярлыков. Тема своеобразная. Кому она понравится, в общем-то, можете ее использовать без каких-либо проблем. В настройках вот такой вот темненький вид. Тоже такие плавные, мягкие движения. Обычный шрифт, как, в общем-то, и в других темах тоже. Но сейчас переходим ко второй теме, которая реально очень крутая, и она мне очень нравится. Вторая тема Color OS 5.0. Переходим. Я ее уже скачал, вам только предстоит скачать и применить. Эту тему, скорее всего, я оставлю на своем смартфоне и буду ей пользоваться, потому что она реально очень яркая, очень сочные, крупные ярлыки. И она реально вот такая позитивненькая. Смотрите, как выглядит рабочий стол. Круглые, крупные ярлыки. Все четко отображается. Понятно сразу, где какое приложение находится, где какие игры, ну и так далее. Как выглядят меню настроек вообще. Выглядит своеобразно, классненько по-своему. Мне очень нравится. Как шторка при опускании. Такие квадратные ярлычки, тоже название. Такой двигаются, видите, понемножку. Те ярлыки, которые включены. Очень классная тема, мне она нравится. Смотрите, когда вы жестами пользуетесь, обратно, видите, боковая панелька такая сбоку. Ну, прикольно смотрится, выходит. Оп, возврат обратно. Менюшка настроек очень классная, мне она понравилась довольно сильно. Вот эта тема реально классная, я буду ей пользоваться безо всяких проблем. Класс. Третья тема, последняя, которую я для вас подготовил. Сейчас я вам ее покажу. Вот она. Вот как смотрится. Классненько. Каждое приложение имеет свой индивидуальный ярлык, который не похож на другой. Смотрите. Опа. Смотрите, как выглядит звонок. Да, вы собираетесь кому-то позвонить, и реально ярлык телефона. Оп. И все. И звоните кому хотите. Сообщение то же самое. Камера то же самое. Классная тема. Мне она тоже очень понравилась. Шторка опускания стандартная идет. Меню настроек у нас тоже идет стандартная. Ну такая вот черно, ну, на белом фоне черными буквами. Шрифт тоже стандартный. Мне здесь очень понравилось, так это ярлыки. Такие прикольные, ни на что не похожие. Допустим, вот как браузер выглядит. Видите, видели такого бумажного самолетика. Очень классно все смотрится. Мне нравится. Поэтому, кому интересно эти три темы, можете ими пользоваться. Я думаю, что они вам понравятся. Но лично мне очень понравилась вот эта тема, которую я, скорее всего, установлю и буду с ней ходить прилично долго. Вот. Классная тема. Все, друзья, я вам показал три темы, которые реально я нашел и которые реально мне понравились. Я хотел поделиться этими темами с вами. Это классная тема. Крупные ярлыки, то, что нужно.
Спасибо всем за внимание. Если вам эти темы понравились, устанавливайтесь на свой смартфон, оставляйте свои лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем успехов!